Завтра была война. Сталинград. 42-й год. 23 августа – черная дата в истории города. Тихим утром воскресенья жителей Сталинграда разбудит вой сирен. В первый день самолеты врага сбросили более 100 тысяч бомб. Погибло свыше 100 тысяч человек. Приказ Гитлера немедленно взять Сталинград. Город пылал в огне. Эта фотография была сделана 23 августа 42 года, во время первой бомбардировки Сталинграда. Вглядитесь в лица детей. В них неведомый ранее страх и чувство непонимания. Всего через несколько часов по их родному городу пройдут немецкие солдаты. Сталинградская битва унесла более 2 миллионов жизней советских воинов и мирных жителей. Такой ценой изменила ход войны и укрепила веру в победу Советского Союза. Скажите, пожалуйста, а с кем мы воевали? С немцами. Рассказать современным детям о героях-ровесниках, чтобы помнили. В библиотеке номер 1 первоклассники 7-й гимназии смотрели хронику военных лет. Потом закрепили свои знания в викторине. Это когда некоторые люди умирают, а некоторые сражаются. Сражаются за свою семью. Начал в 1941 году, а закончил в 1945 году. И что последний выстрел был 2 февраля. Фашисты хотели захватить наш город, потому что у нас много полезных ископаемых. Викторину приурочили к знаменательной дате. 2 февраля отмечается День воинской славы России – освобождение Сталинграда. Коллектив библиотеки сотрудничает одновременно с 5 одинцовскими школами. Детям интересно, потому что все равно это наша история, они должны это знать. Мы стараемся это им преподнести в довольно легкой форме, чтобы они это узнали, чтобы они это запомнили, чтобы они потом об этом вспоминали и рассказывали другим. В 7-й гимназии почти вся параллель начальных классов с помощью таких викторин в декабре получила знания о битве под Москвой. Теперь в их копилке история Сталинградской битвы. А организаторы уже открывают новую страницу – викторину «Морской бой», посвященную адмиралу Ушакову. Василиса Ивашкина, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».